Сегодня концертный зал школы гостеприимно распахнул свои двери, встречая всех желающих окунуться в прекрасный мир, мир музыки. Взволнованные лица преподавателей, как никогда ответственные дети, родители, множество гостей. Все это, конечно, придает особую торжественность нашему праздничному вечеру. Отчетный концерт – это своеобразная точка отсчета. Весна ведет весне дорогу, дорогу весеннему настроению, дорогу солнечному свету, дорогу прекрасной музыке. Каждый год наши слушатели не перестают удивляться профессиональному потенциалу наших юных дарований. И сегодня мы все в ожидании чуда. Чуда, которое живет рядом с нами, которое нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. Оно способно заставить нас смеяться и плакать. Оно имеет душу и сердце. Чудо, которое рождается здесь, на этой сцене. И имя ему – музыка. Наш концерт открывает ансамбль народных инструментов. Габон, вальс «Оборванные струны». Русская народная песня «Полноте, ребята» в обработке Илюхина. Руководитель оркестра Чверова Любовь Федоровна.